Сегодня лучшие строители с моего дискорд сервера будут строить двери вторую часть билдборда. Почему лучшие строители? Не знаю. Я тоже. Прямо сейчас будет супер мега крутой салют. Пау! Пау, пау. Ты что сломал? Это не я. Юху! Я буду проверять ваши постройки каждые 30 минут, и через 2 часа вы должны будете уже закончить. 30 минут прошли. Короче, смотрим постройки. Воу, что-то там жуткое. Логово с Критчей. Ах, я, кажется, понял, что это будет. Ладно, так как Бурс это подвал с пещерами, то я делаю пещеру. А, двери это подвал, оказывается. Логово с Критчей, оно должно быть максимально мерзким. Тут какая-то жижа, я даже не знаю, что это. Это либо маленькие Критчи, либо то, что от них осталось. Тут будет их король. Короче, все, мне страшно, я пошел. Надо бежать. Где здесь вход? Он будет с лифта оттуда, так что вот здесь будет дальше продолжение. А, в коробках надо будет прятаться? Откуда у вас столько информации, когда даже у меня ее нет? Фантазия. Я не понимаю. Фантазия? А, вот типа отсюда будет падать лифт, бах, мы разобьемся и здесь пойдем, и тут опять дверь. О, а вот Йенкинс, мне кажется, строит какого-то монстра. Это страж, он охраняет двери от игрока. А двери сами где будут? Я не понимаю, где вы этих всех стражей все это берете? Я же сказал, фантазия. Паштет делает А60. Ну, я думаю, его имя много кто слышал. А60 это типа такой монстр, который типа как раш, но такой круче. Короче, это... Гусь, привет. Я строю только синего шир. И оформление в стену. Это что за какашка? Не одобрение. Не понт. Ты его оскорбил. Ладно, не какашка. Синяя какашка. Ну, стрёмно вообще как-то выглядит. Какие-то мерцает что-то очень кринжовое вообще. Кринж. Это тоже кринж. Это что за червяк? Червяк Федя, что вам не нравится. А, в дверях 2, значит, будет червяк Федя. Учтем. Страшный червяк. Шашлычок. Пойдем к Агуше. Так, приеду. Это что у тебя здесь за беспорядок? Я решил сделать трейлер свой. А, все строят монстров, двери, а ты такой трейлер, да, делаешь? Угу. Может бы его там бы где-нибудь смонтировал всякие обрезочки и мне бы скинул? Нет, я... Ладно, так, давай посмотрим, что у тебя тут. Но он еще не готов, но... Я уже понял, тут что не готово. Сейчас должна дверь открыться. И мы типа туда заходим, да? Вот как создаются мультики. Вот такая стена, за которой ничего нет, мы в нее заходим. Ужасно. Но это были все постройки, и мы вернемся снова через 30 минут. Всем пока. Прошли 30 минут. И тебя чуть не взорвали. Гусь! Ты будешь первым. Не надо. Надо. Это что за надо. Клетка? Это для них. Для кого? Для того, кто находится в красной команде. А, для тебя что ли? Ну ладно, сиди. Я не против. Не, для тебя, для тебя. А. В трейлере я видел то, что он просто лежал и чилил. Так это не официальный трейлер, тебя надули. А это, ладно, это похоже на разбитый лифт. Да ведь? Неправильно, лифт разбитый. Понятно. Ты сказал разбитый лифт, а это лифт разбитый. IQ 1000. Согласен, пока, Гусь. Я тебе это еще припомню. Так, у Гуся сломанный лифт, и у Фалпортала тоже сломанный лифт. Он у меня скопировал. Нет, я первее сделал. Ладно, это я. Так, вот сам сломанный лифт. Там какая-то лампа стоит. Или это монстр такой? Лампа-монстр. Потом он за нами будет бегать всю ночь. Жалко. А это что ты строишь? Там был типа канат какой-то. Какой канат? Был официальный трейлер от самого разработчика дверей. Там был этот, какая-то штука. А вы делаете какие-то разбитые лампы. Почему? Лифт разбился. Ладно, мне не понять их. О, ты чё? Чё это было? Так, жмак сюда, и у него рука поднимается и опускается. О, это прикольно. А, я, кажется, понял, что это. Была фигура. Фигура там лежала, как говорил Гусь. Короче, она превратилась в скелета фигуру. И потом будет за нами охотиться. Ладно, будет фигура. Ура, это не будет скелет Петя. Это... Чё это? Ну, короче, красные палки закручены. Ну, это монстр. Краснопалочник, какой бывает. Так, как тут твой мультик, Агуша? У меня все норм. Можно посмотреть? А то ты мне не дал посмотреть. Да. Хоп, дверь открывается, ручка поворачивается, открывается дверь. Открывается дверь. Да, и какой-то монстр Агуша за нами наблюдает. Ну, примерно так. О, стоп, а ватрушка куда делась?
Тихо-тихо, к сожалению, ватрушка покинула этот мир. Обидно. Можно еще 5 секунд, пожалуйста? Начинай, только не с меня, окей? Так, начинаем с гуся. Серьезно? Я в сломанном лифте. То есть под ним. Ну, практически. Вот теперь в нем. Да. Мы из него выходим, здесь у нас фонарики. Ага, понятно. Уже нелогично. Уже можно тебе 0 поставить. Знаешь почему? Лифт падает. В тот момент, когда он падает, этот монстр там где-то остается. А ты сделал так, что типа монстр здесь. Ну ладно, без разницы. Проехали. Пойдем. Он упал с нами, ты чё? Он спустился по лестнице. А это чё за тумбочки странные такие? А это красиво. Зачем ты включила? Тумбочки, которые включаются. Ладно, дальше что у нас? Кравчики. И всё, да? И всё, да. А ведь у тебя только 30 минут осталось вообще-то. Гусь, тут монстр идёт новый. Это новый раш. Пришёл всех снимать. Пришел к фау-порталу. И здесь у нас, тоже много чего, да? Да. Давай-ка посмотрим. Это кто такой вообще? Монстр. Интересный. Ну да, интересный. Здесь у нас полусломанный лифт, с которым мы падаем сюда. И здесь тоже сломанный лифт. Ага, идем сюда. Здесь у нас сами двери и все, да? Дальше там будет дверь, будет монстр. Монстр? Да. Страшно, наверное. Тебе точно 30 минут хватит, чтобы это достроить? Я не знаю. Но уже выглядит довольно страшно. Похоже на огромные летающие лужи кетчупа. Я почти все достроил. Ага. А зачем ты здесь фармилки поставил? А это я на блоке копил. Ты что, этим фармишь, что ли? Можно мультик посмотреть опять? Да, смотри, смотри. Так, нажимаем на кнопку, открывается ручка, это мы уже видели. А, сейчас посмотрим. Мы заходим в дверь и попадаем куда-то в канализацию. Тут монстр Агуша бегает. У меня технические шоколадки. Так, Йенкинс. Ты говорил, что ты сделаешь монстра фигуру. О, это так красиво. Хоп, руки поднимаются и рот открывает. Это так прикольно. Ну, вообще-то рот по-другому, конечно, у фигуры. Ну ладно. Гуси памперс опять там. Как будто у гуся и фау-портала одинаковая постройка. Один и тот же лифт, один и тот же монстр. В одно и то же время и в одно и то же место бежит. Все понятно. Ну, в смысле? Ты считал секунды, когда он побежит? Нет. Сейчас он побежит, заходи в люк или здесь будешь стоять. Какой люк? Ну, тут, видишь, ящик, можно в них сесть. В ящик можно сесть. У гуся тоже можно в ящик сесть. Ой, мне отгонялся. Ой, а где фау-портал? Его съели? Я тут. А в смысле? Тебя почему не съели? А я отдыхаю. Бах, меня съели. У тебя, знаешь, 30 минут осталось на босса твоего. Я не успею. Успеешь. Верь в себя. Успеешь, наверное. Как говорится, верь в себя, потому что я в тебя не верю, да? Да. Ладно, это были все постройки за эти 30 минут. И сейчас у вас остались последние 30 минут. И, короче, когда они выйдут, мы будем смотреть ваши постройки, оценивать их и... А, кстати, это ух, можешь забанить памперфа? Окей. Ты гений. Я его кикнул. Он вернулся. Не кикай меня, чешу совсем, что ли? Ну этот, не мешай всем строить. Прошли 30 минут, но вообще-то прошел целый час, ну ладно. И сейчас мы будем смотреть, оценивать. Агуша у нас построил такой, типа, свой трейлер Дудс 2, как он сказал. Типа... Да, можешь нажимать и смотреть мой мультик. О, мультик в корабликах, прикольно. Так, открывается ручка, а мы от... Камера отодвигается, и открывается дверь, в которую мы заходим. Я съел, да. Понятно, давайте оценим эту постройку. Я поставлю 7. 6,5. 38,5 из 60 набирает это, ну, этот, типа, трейлер. Гусь! Показывай, что ты там сделал. О, это сломанный лифт. Мы находимся в лифте, который упал в первой части дверей. Мы разбились, но мы выжили, потому что мы эти живучки. Так, здесь у нас какая-то фигура. Это брат фигуры. Брат Синяя. Фигуры. Пойдемте сюда. Так, давайте открываем дверь. Бах. Монстр. Повезло, монстр. Тем, монстр. Монстр. Монстр бежит. Смотрите. У нас всех съел, он слишком быстрый. Да? А я в шкафу сидел, мне хорошо. А, да, можно было в шкафу сидеть. Да, а монстр там застрял. Это, можно... это все? А это все, да? Так, тут монстр застрял, смотри. Теперь его можно зажарить и съесть.
Как меня, что ли? Ну да. Не надо. Здорово! Ух! А, он меня съел. Он злой. Мне не нравится эта постройка. Меня здесь все съесть хотели. Я ставлю 8 с пол... Не, я ставлю 9 из 10. Короче, я ставлю 9. А Гуша еще 8. Ты набрал 49 очков, короче. Из 60. Ага. А помнишь те 8 очков? Те 8 очков, которые ты прописал, да? Да. Ну что, молодец. Пойдемте теперь к порталу. Самое главное правило – это включить ПВП. Там либо будет война, либо все взорвется, либо и то, и другое можно вместе. Нет. Воу, мы попали снова в какой-то сломанный лифт. Прикольно, да? Что делать? А, тут есть ящики, давайте в них прятаться. Знаете, в чем прикол? В чем? То, что в верхний ящик можно залезть. Я бессмертный, мне можно быть бессмертным. В смысле? Что за квадратный монстр? Он блоки снимает. Меня съел монстр! Все, я поставлю 10. Это первая постройка, которая тебя может съесть. Ну что, все, можно идти дальше. А как ты выжил, фау-портал? Я создатель. Тут цветок, кстати. Какой цветок? Ну, о, вот. Цветок, реально цветок. Хотя больше на пшеницу похоже. Так, я думаю, надо наверх забраться. Да, потому что там дуэль. Там прыгай туда. Тут дуэль, что ли? Спасите меня! Безумно! Это замечательно. Ай. Ух. Она за тобой идет уже. Где? Сзади. Беги, гусь, беги! Гусь, она уже беги! Сзади. А, нет! Минус 2. Монстр реально кусается. Штеп ставит 8. Я ставлю 8. Даже памперс мне 10 не поставил, а поставил, а тут 10 поставил. Памперс мне больше не друг. 53 очка, и ты, короче, на первом месте пока что. А чё? Тут что-то спавнится. Нет, меня сразу куда-то выбросило. Меня в зеленую команду не принимают. Я одаренный. О, что это? Смотрите, чё это? Скелетус. Это скелет Петя. Ай, он меня съел. По имени Петя. Чтобы его победить, надо нажать на секретный рычаг. Ой. Или вот так. Можно? Я нажал на тортик. Торты всегда секретные, поэтому мы победили. Еще, еще. Круто. Во. Нет, не обратно. Кто его сломал? Ну он очень красивый, да, вообще? Детализация на высшем уровне, механизация на высшем уровне. Двери, вторая часть. Я, ну хотя, как монстр, как вариант, может быть такой монстр, в принципе. Круто. Я ставлю 10. На 7. 52 очка, и он на втором месте, потому что фау-портала не так просто обогнать. Да. Так, Паштет, что ты там сделал? Я у тебя просил построить А-60 легендарного этого, ну, монстра. Вау. О, реально страшно получилось. Посмотрите, какой красивый стиль, да? Реально А-60, да? Ва-ха-ха. Теперь я тут с ним. Смотрите, детализация красивая. Какие еще механизмы есть? Просто катается. А, просто катается, да? Я тебя просил сделать что-то опасное, взрывутельное. А, ну, в принципе, очень страшно, да? Давайте оценим. Я ставлю 9 тогда. 9? Что так мало? 7-10 ставишь. Нет, я сегодня ни одну десятку не поставил. Я ставлю 10. Круто, я ставлю 10. А, ладно. Так, стоп, ты мне вроде десятку ставил. Короче, Паштет победил. У него 58 очков, все. Теперь фау-портал сдвинулся на второе место. И на этом эта битва строителей, короче, заканчивается. Вот прошлые битвы строителей. Спасибо за участие Паштету, Йенкинсу, Фау-порталу, Гусю, Памперсу, Патрушке, Агуше и всем пока. Да, и надо еще подписаться, потому что до 100 тысяч чуть-чуть осталось. Тут должен быть футаж взрыва. Бух.